Губернатор Свердловской области Евгений Куйлышев, отметивший накануне день рождения, попросил подчиненных и коллег не дарить ему подарков, а направить эти ресурсы в фонд помощи детям «Мы вместе». Он попросил всех, кто ломает голову, выбирая подарок, направлять свои усилия на действительно доброе, а главное – нужное дело. С 2008 года в Свердловской области работает благотворительный детский фонд «Мы вместе», на счету которого сотни спасенных жизней. Губернатор начал активно способствовать развитию фонда с самого начала выполнения им служебных обязанностей по руководству региона. Потребность в той помощи, которую оказывают активисты фонда, не исчезает. Сейчас много усилий вкладывается в развитие медицины в Свердловской области. В ближайшее время в полном объеме заработает программа «Здоровье уральцев». Но есть такие ситуации, когда для лечения ряда редких заболеваний отечественная медицина не имеет необходимых технологий, но они есть за рубежом. Губернатор подчеркнул, что когда заболевает ребенок и ему требуется срочное и дорогостоящее лечение за рубежом, которое его родители не в силах оплатить, мы не должны оставаться равнодушными. Каждая копейка, каждый внесенный благотворителями рубль может стать решающим для сохранения жизни и здоровья детей. По словам Евгения Куйлышева, совместно с Министерством здравоохранения области глава региона внимательно изучил истории детей, находящихся под патронатом фонда «Мы вместе», и отобрали те из них, где требуется именно вмешательство зарубежных специалистов. Причем сбор средств на лечение нужен в оптимально короткие сроки. Губернатор предложил всем, кто неравнодушен к чужому горю, откликнуться на зов о помощи и принять участие в судьбе этих детей. По его мнению, знать, что наши дети здоровы, видеть их счастливые и веселые лица – вот самый лучший подарок, который только можно пожелать в день рождения. Стать участниками программ фонда могут и артемовские ребята, нуждающиеся в особой помощи. Все заявки тщательно рассматриваются. Также и каждый артемовец может внести свою лепту, даже самую маленькую, в деятельность фонда, становясь в своем роде спасителем для маленького человечка, отчаянно нуждающегося в помощи.